Яндекс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут 7 надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами директор научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефон, я напомню, да, телефон прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также, уважаемые радиослушатели, можете звонить к нам в эфир и задавать вопросы. Да, у вас музыка. Музыка играет. Можем ли мы попросить вас выключить музыку, и мы вынуждены перед вами извиниться, уважаемые радиослушатели, что наш эфир сегодня будет чуть короче, чем обычно. Так или иначе, поговорим мы сегодня о самой, наверное, актуальной теме – коронавирусе. Распространение коронавируса в мире, оно приобрело статус, характер пандемии, согласно оценке Всемирной организации здравоохранения. А у нас в Латвии объявлено чрезвычайное положение, в том числе в связи с коронавирусом. Алло. Да, как вы оцениваете ситуацию? Но ситуация оценена, объявлена пандемией, это вовлечено более 114 стран на сегодняшний день. И, конечно, эпидемия продолжается. Самая неблагоприятная сейчас ситуация у нас в Италии, в Южной Корее, в Иране. На территории Российской Федерации ситуация пока что благоприятная достаточно, хотя 28 официально заболевших COVID-19 официально зафиксированы, и на карантине находится более 100 человек. Ну вот как раз объявление коронавируса пандемии, к чему это обязывает? К чему обязывает эта оценка Всемирной организации здравоохранения? Это определенные организационные, юридические, ограничительные, санитарные, карантинные меры, которые уже принимаются в полном объеме, где это необходимо в зависимости от страны и региона, потому как ситуация очень сильно отличается. То есть, например, в Южной Корее изначально была высокая заболеваемость, но летальность там одна из самых низких сейчас среди всех стран, она меньше 1%. А в Италии летальность 6,6%. А средняя мировая летальность 3,6%. То есть, но это выше, чем ежегодный эпидемический грипп в 2,5 раза. Выше, чем максимально возможные цифры, которые регистрируются по числу именно не заболевших, а по числу людей, которые погибают от этой инфекции. На ваш взгляд, насколько адекватные меры сейчас предпринимает международное сообщество, потому что некоторые считают, что они избыточные, учитывая, что в Латвии, например, тоже введен режим чрезвычайной ситуации, закрыты школы, ограничены массовые мероприятия, ну там целый спектр. Вот насколько это необходимо? Насколько адекватные меры? Вы знаете, меры абсолютно адекватные, потому что, чтобы объявить пандемию, для этого нужны все-таки определенные события, которые происходят. Большое вовлечение людей. Больше половины государств на планете, практически вся Европа охвачена. Мы видим, что на всех континентах присутствует, пожалуй, кроме африканского, но на африканском континенте просто нет соответствующей системы достаточной регистрации. Я думаю, что там с опозданием просто могут быть сведения и данные, которые не предоставлены в ВОЗ и CDC. Ну, а что касается тестов на коронавирус, вот в Латвии у нас был случай, когда у женщины был обнаружен коронавирус, но при повторном анализе как раз он не подтвердился. Насколько вот эти тесты, с помощью которых определяется наличие вируса, они совершенны, если можно так говорить? Ну, тесты абсолютно специфичные, то есть они специфичны для, соответственно, конкретной инфекции, в данном случае для коронавирусной инфекции. Они созданы на основании выделения рекомбинантного реассортантного штамма, нового штамма вируса, которому присвоено название международной номенклатуры SARS-2, возбудителя COVID-19, то есть коронавирусной инфекционной болезни. Соответственно, это так называемая РНК-диагностика, полимеразная цепная реакция,
polymerase chain reaction, да, или амплификация нуклеиновых кислот, абсолютно специфичный тест, который определяет безошибочно определяет наличие возбудителя, даже в бессимптомной фазе болезни. Но, как мы видим, все-таки ошибочно, раз вот есть случай, например, повторного уже неподтверждения заражения. Это не ошибочно, это, возможно, была контаминация поля, в котором проводится определение. Ошибки данного метода могут быть только при неправильном, при аналитическом этапе. А это как раз пробоподготовка. Сам по себе тест абсолютно специфичен. Он не может показывать то, чего нет. То есть он показывает или есть РНК-возбудителя, или РНК-возбудителя COVID-19 нет. Он не может показать там, перекрестный положительный результат на другой возбудитель. Есть другие коронавирусы, но они это другие тест-системы, которые используются, они не имеют отношения к новым тест-системам. Что касается детей, вот есть такое мнение, что вирус как раз детей не трогает, вот этот коронавирус COVID-19. Вот насколько это справедливое такое определение? Не трогает? Это абсолютно точная информация. Дети практически не болеют. Болеют в основном взрослые, причем преимущественно люди старше 50 лет. И, соответственно, у детей коронавирусная инфекция раньше встречалась чаще, в легкой, абсолютно легкой форме протекала, занимала 7-10% в структуре всех респираторных инфекций. В настоящее время единичные случаи у детей регистрируют, и опять же в легкой, малосимптомной форме. То есть в основном болеют люди старших возрастных групп, вот у них как раз встречается и пневмония, осложненное течение инфекции. И именно по этой причине в Италии огромное, соответственно, распространение возбудителей, потому что 1/3 населения Италии – это пожилое население. Но сегодня нередко говорят о том, что люди могут просто не знать о том, что они заражены коронавирусом. Может ли человек перенести COVID-19 на ногах, и может ли его организм самостоятельно преодолеть эту болезнь без последствий? В общем-то, да, такое возможно. Даже во время пандемии гриппа 2009-2010 годов некоторые люди переносили в абсолютно легкой форме, не зная о том, что у них была легкая форма, соответственно, гриппозной инфекции. Та же самая ситуация может быть и с COVID-19, потому что малосимптомные формы вполне возможны. Ну, у какого-то небольшого процента людей сейчас уточняется, соответственно, и симптоматика, и уточняется соотношение долевое участие различных по тяжести течения форм болезни. Что касается вакцины, как известно, от коронавируса COVID-19 ее еще нет, но тем не менее приходилось слышать такую точку зрения, что вакцина от пневмококковой инфекции может снизить последствия от коронавируса. Это действительно так? Ну, это спекуляции на тему, возможно, перекрестной реакции или там защитной роли других вакцин. Таких сведений нет, доказанных, соответствующих evidence-based medicine. Есть доказательства того, что пневмококковая вакцинация от пневмококковой инфекции защищает в некоторой степени от гриппа, потому что между пневмококком и возбудителем гриппа имеются синергичные взаимоотношения. Для COVID-19 таких свойств, насколько я знаю, таких исследований даже еще не могли провести, потому что вирус только-только обнаружен в декабре 2019 года. То есть сейчас нет смысла делать вакцину от пневмокока именно для того, чтобы каким-то образом защититься от COVID-19? Это не совсем правильная постановка вопроса. Вакцинация от пневмококковой инфекции есть смысл делать, но она при этом не будет защищать от COVID-19. Вот такой правильный ответ. У нас звонок, радиослушатель на линии, так только что был сорвался. Напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, также пишите WhatsApp 2306191. И вопрос из Фейсбука. Снежана Бартуль вас спрашивает. А если молекулы коронавируса такие тяжелые и дальше 1 метра не летают, почему он так легко передается и быстро распространяется? Ну, начнем с того, что эта инфекция воздушно-капельный основной путь передачи, и, соответственно, именно по этой причине, соответственно, передается достаточно быстро возбудитель. Есть малосимптомные формы, когда это мнимое благополучие, то есть человек не болеет, но он может передавать и выделять в окружающую среду возбудитель при кашле, чихании,
и, соответственно, могут заражаться те люди, которые достаточно восприимчивы, пожилые люди. Есть другой механизм передачи контактный через загрязненные руки, предметы, поверхности, ручки, гаджеты, соответственно, телефоны, на которые могли попасть капельки слюны, соответственно, при чихании, и в котором может находиться вирус. И пока эти капельки есть на поверхности, соответственно, они могут представлять опасность для людей. Насколько... Соответственно, да. Вирус может до 48 часов находиться в активном состоянии на окружающих предметах. Плюс описан путь передачи через термически недостаточно обработанную пищу. При употреблении термически недостаточно обработанных морепродуктов и мясных продуктов. Насколько длительным может быть иммунитет от коронавируса? То есть может ли человек после болезни заболеть заново и как скоро? Скажем так, этот вопрос, он пока что в стадии изучения, но известно, что есть повторные случаи заболевания. Иммунитет нестойкий, соответственно, повторные заболевания, как при многих ОРВИ, они возможны, к сожалению. Наиболее стойкий иммунитет развивается только после ветрянки, ветряной оспы. Угу. Потому что естественное заболевание этой инфекционной болезнью, достаточно контагиозной, заразной, приводит к тому, что человек, как правило, второй раз не болеет, очень редко заболевает повторно, соответственно, люди. Но вот, к сожалению, для COVID-19, как для РНК, инфекции вирусной повторные случаи возможны. Известно, что они в более легкой форме протекают, а насколько защитный и длительный иммунитет сохраняется, это как раз предстоит выяснить, и это будет известно после того, как будут созданы вакцины. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Слушаем. Здравствуйте. Да, задавайте. Вот были сообщения, что при резком потеплении коронавирус не выживает. Вот сейчас, если будет потепление, значит, может, он и исчезнет, эта эпидемия, скажите. Да, спасибо. В летнее время перестанет распространяться, может быть, есть такие мнения? Ну, официально, скажем так, таких данных нет, опубликованных специалистами. Известно, что возбудитель может хорошо переносить замораживание. О том, что нагревание, да, безусловно, температура выше 50 градусов уже становится для него замедляющей его активность. Выше 56 градусов, то есть температура пастеризации выше, это уже может быть губительно для вируса. Безусловно, кипячение и горячая температура, температура горячей воды – она может убивать вирус. Но это не значит, что надо себя горячей водой обливать, умываться горячей водой. В то же время сухое тепло, например, как сауна, на несколько буквально минут в начальной стадии заболевания, то есть когда только вирус попал на слизистые оболочки, еще не прошло несколько часов, потенциально может погибнуть в горячей сауне. Но здесь нужно быть очень осторожными и не переусердствовать с такими физическими мерами воздействия, потому что любой перепад температуры для организма, наоборот, приводит к иммунологическим сдвигам и к подавлению иммунитета и реактивации некоторых других процессов в организме. Еще вопрос от Снежаны, точнее, несколько вопросов. Она спрашивает, есть ли какие-то сведения о возможной вакцине или лекарстве от вируса, и действительно ли вирус мог передаться человеку от летучей мыши? Ну, во-первых, вирус, да, может передаваться от летучей мыши. Это уже давно доказано, уже не первое десятилетие известно. Это раз. Во-вторых, РНК-содержащие вирусы, многие из них имеют природные резервуары вот, для высокопатогенные штаммы. В частности, вирус Эбола, Эбола-вирус Заир, эпидемия, беспрецедентная эпидемия, которая была несколько лет назад, тоже имеет природные резервуары летучих мышей. Ну и, соответственно, в связи с тем, что у китайцев есть определенные, скажем так, пищевые особенности, это не так массово, как преподносилось в некоторыми СМИ, но есть все-таки в некоторых провинциях употребление, соответственно, летучих мышей в пищу, плюс употребление змей, и термически недостаточно обработанная пища может стать причиной заражения. Точно так же, как по аналогии, например, с птичьим, соответственно, гриппом,
термически недостаточно обработанная птица, яйца зараженных птиц также может быть причиной заражения птичьим гриппом. Что касается вакцины, также Снежана спрашивает, есть ли какие-то, ну, есть ли какая-то информация о том, что она может быть создана и что в этом направлении делается сейчас? Ну, я вот даю информацию, вакцина может быть создана, а все, что необходимо для этого, делается различными научными группами и в России, и в США, и в Великобритании, и во Франции, и в Германии, и в Израиле, и в Южной Корее, и в Китае, и в Японии, и в Австралии. Активно ведется разработка вакцин. Есть сообщение о том, что в Израиле уже есть доклиническая фаза новой вакцины, в Южной Корее сконструирована вакцина, в Китае, но это только самое начало, потому как еще многомесячный этап клинических исследований на эффективность и безопасность. В чем сложность этой истории? В чем сложность создания этой вакцины? Сложность в том, что вирус может измениться, и, соответственно, тогда потребуется изменение его состава. Но и сложность заключается в том, что это многостадийный биотехнологический процесс и требующий не только инвестиций, но и специального оборудования, квалифицированного персонала, соответствующих лабораторных тестов, которые будут оценивать иммуногенность, реактогенность вакцины, переносимость. И соответствующие специалисты должны, врачи, инфекционисты, проводить такой мониторинг за теми людьми, медицинский мониторинг, которые будут получать эти вакцины. То есть это целый такой вот многоуровневый процесс, в котором вовлечены абсолютно разные люди. И поэтому он не может быть за один месяц, или за два, или за три проведен. Требуется минимум полгода. Еще звонок у нас, радиослушатель на линии. Да, здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, может ли быть эффективным действие высокой температуры воздуха, например, при включении фена? Да, ну вот мы говорили о температуре, в частности. А я вот не совсем расслышал еще раз. Вот, при включении фена, насколько я поняла, да, радиослушатели, если согреть комнату с помощью фена, например, может ли быть это эффективным в борьбе с коронавирусом? Профилактика, я не знаю, что имела в виду наша радиослушатель. А зачем использовать фен, если можно кондиционером согреть помещение? Ну, то есть как бы непонятно смысл этого занятия. Фен просто может сгореть за такое длительное его использование, он же не рассчитан на обогрев комнаты. Это раз. Во-вторых, нет, я думаю, что такая мера немножко будет странно выглядеть. И с точки зрения эффективности обработки кубатуры воздуха это будет малоэффективно, потому что мы открываем окно, или люди заходят из другой комнаты, там, из коридора, и все равно будет циркуляция воздуха. Нет такого мощного фена, который сможет обработать и нагреть температуру воздуха в помещении выше 50 градусов. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Извините, Лилия. Я имела в виду обработку феном предметов, например, обуви, там, одежды человека, который только что где-то там побывал. То есть да, согреть феном? Да. Наверное, это наша радиослушательница. Да, ну вот интересно, еще наш радиослушатель упомянул летнее время и спросил у вас, насколько правдоподобно, что вирус перестанет распространяться в летнее время. Вы говорили про африканские страны, о том, что ну как-то нет действительно сообщений у нас о вспышках в африканских странах. Может быть, сообщений нет или вспышек нет, но вот есть все-таки какие-то климатические причины в этом смысле для распространения коронавируса? Четких климатических взаимосвязей сейчас не установлено. Единственное, известно, что именно скученность людей играет одну из ключевых ролей. О том, что именно климат влияет на распространение возбудителя, таких сведений от специалистов и от коллег мы не получили из разных абсолютно регионов. У нас идет коммуникация с коллегами из Китая, из Японии, из европейских стран, из США. Никто не сообщает о том, что есть какая-то климатическая привязка или взаимосвязь с климатом, с временем года. Единственное, известно, что это известно давно, что коронавирусная инфекция, она может иметь волнообразное течение. И это известно было еще с давних, в общем-то, времен, о том, что коронавирусы, соответственно, могут
заболеваемость коронавирусной инфекцией может уменьшаться в летний период и может увеличиваться, соответственно, в осенне-зимний период. Поэтому мы не исключаем, что, возможно, вторая волна инфекции в осенний период. Потому что стоит отметить, что вот SARS-инфекция – это полностью локализованная инфекция. На планете не встречается эта инфекция. То есть случаи атипичной пневмонии после 2004 года, они не регистрируются нигде. А вот MERS-синдром, ближневосточный синдром, связанный с другим коронавирусом, соответственно, с вирусом MERS. И там, кстати, фигурируют одногорбые верблюды, как переносчики. Он, соответственно, этот синдром, эта инфекция, MERS-инфекция, она встречается на планете. И периодически дает о себе знать, соответственно, эта тлеющая инфекция на нашей Земле. Поэтому не исключено, что будет такой же сценарий, как при, соответственно, MERS-синдроме, то есть COVID-19 будет регистрироваться и дальше. Ну, то есть эпидемия будет спадать ближе к лету, но потом все равно будет периодически упоминание этой инфекции, какие-то единичные могут быть вспышки. Но сейчас очень сложно прогнозировать, потому что прогноз дела неблагодарное, но вот все-таки большинство специалистов считают, что к лету, то есть за март-апрель и май, эпидемия должна пойти на спад. Мы видим, что в Китае уже наблюдается уменьшение заболеваемости, 16 временных госпиталей закрыты, потому что в их необходимости просто нет. Но ситуация в Европе не позволяет пока говорить о том, что эпидемия заканчивается. Еще вопрос от наших... Вот это, кстати, вот подтверждение слов. В Средиземноморье достаточно теплый регион. В Италии, как мы понимаем, субтропический климат, и тем не менее мы видим, какая огромная заболеваемость. Еще вопрос от наших слушателей. Насколько реальна версия о том, что это разработанное в лаборатории оружие? Вот, китайский официальный представитель, кстати, об этом заявил. По крайней мере, так сейчас сообщают, что у них есть предположение, что это США занесли. Вот насколько эта версия, на ваш взгляд, может быть обоснована? Дело в том, что уже есть научное опровержение этой версии, который заключается в следующем. Так как это вирус реассортант, он от летучих мышей попал к змеям, к кобрам, и, соответственно, найден также у некоторых чешуйчатых млекопитающих. В связи с тем, что у диких животных этот вирус обнаружен, причем абсолютно разных животных, которые друг с другом находятся на очень большом достаточно расстоянии, это означает, что вирус уже давно среди них циркулирует. Просто он мутировал, преодолел межвидовой барьер, стал передаваться человеку, а теперь уже от человека к человеку. Но невозможно было создать биологическое оружие, которое с такой низкой летальностью, ну, точнее, это было бы очень странно, да, есть намного более изощренные способы, технологии, соответственно. И с другой стороны, ну, то есть дикие животные же являются источником, да, этой инфекции, они сами не болеют, но при этом могут являться источником возбудителя. Это научная точка зрения, опровергающая. В общем, это опубликовано в европейском журнале вирусологии. Еще один вопрос от Елены. Она спрашивает в Фейсбуке. Если COVID-19 не уживается при температуре 25-27 градусов, то как он уживается в организме человека? Ну, во-первых, таких нет официальных данных о том, что он при 25-27 градусах по Цельсию не выживает. Это непонятно, откуда взяты сведения. Как мы видим, в Италии, наоборот, распространение инфекции наблюдается. Там как раз температура выше 15 градусов и вот достаточно теплая для этого времени года. И тем не менее мы видим распространение инфекции. Соответственно, мне не совсем просто понятен вопрос, что пытаются уточнить слушатели. Еще. Ну вот еще, наверное, вопрос уже финальный, который в том числе вызывает дискуссию в обществе. Помогают ли медицинские маски? Могут ли они защитить? Смотря что мы хотим от медицинских масок получить, медицинские маски помогают в большей степени, соответственно, здоровым от заболевших. То есть, в первую очередь, маски показаны тем людям, кто заболел уже. И, соответственно, для того, чтобы они уменьшалось выделение возбудителя в окружающую среду. Но если человек ухаживает за заболевшим, например, с подозрением на пневмонию, с тяжелым респираторным вирусным заболеванием, инфекционным,
соответственно, тогда ему тоже нужно носить маску, потому что он в тесном контакте находится. То же самое касается членов семьи. Если кто-то, например, дома, да, заболел из членов семьи, то лучше использовать маски. Но маски помогают на 2 часа. Конечно, в отношении COVID-19 они не помогают в случае попадания капелек, частичек, соответственно, при каждом дыхании через глаза, потому что заражение возможно через слизистые оболочки, именно поэтому спецкостюм предполагает и очки, и закрытие волос. Вирус может на волосах быть какое-то время, поэтому душ с водой, механическое просто, да, удаление, возможно, инфицированных капелек уже может приводить к защите. Плюс рекомендуется использовать воздушные фильтры с HEPA-фильтром, а также с фильтром, есть фильтры специальные бактерицидные, вирулицидные, воздухоочистители, которые также могут защитить на бытовом уровне, в бытовых условиях, в домашних условиях, защитить именно человека от попадания через воздух, да, вирулицидным вируса, то есть воздушно-капельным, воздушно-полевым путем. Спасибо вам. Директор научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов был с нами на прямой связи. Спасибо вам. Всего доброго и до свидания.